Так, вот приехали на пасеку показать ребятам, как мы будем устанавливать полоски. Вот такие вот экопласт. Так, мы будем устанавливать вот эту семью, да? Ну, во-первых, для этого мы оденем перчаточки. Так, надеюсь, мне не дадут люлей. Так, ну вот, скрываем пакет. Так, тут у нас так вот, да, пчела занимает 70 рамок, да? Значит, в эту семью вставим 4 полоски. То есть достаем 4 полоски. Да, 3. То есть достаем 4. 3-4 полоски. Так, все верно. Вот мы достали, да, полоски. Так, как мы устанавливаем? Напополам вот так загинаем полоску. Вставляем, смотрите. Вот идет первая, вторая рамка. Ставим. Первая, вторая рамка. Устанавливаем полоску. Потом дальше идет рамка без полоски. Устанавливаем вторую полоску. Дальше рамка без полоски идет. Устанавливаем. И дальше опять рамка без полоски идет. Устанавливаем еще одну полоску. Вот, 4 полоски мы установили. Также можно ставить полоски, то есть в шахматном порядке. Полоска сюда, полоска сюда. Полоска здесь, полоска здесь. Вот. Ну, вот такая постановка. Ну все, закрываем улей. Полоску мы поставили. Полоски. Закрываем улей. Идем. Теперь среднюю семью сейчас попробуем поставить. У нас погода не очень. Так, какую же нам среднюю, да, выбрать? Я не знаю, давайте какой-нибудь вот здесь. Здесь у меня стоят еще, конечно, рамки эти. Отводок. Рамки ставил я перговые, потому что у нас обычно погода не очень. Так, где-то ставил, где-то нет. Так, тут у нас вот такая ситуация, да? Так, ну смотрим вот здесь, да, теперь. Куда нам пробраться лучше? Так, эту поставим сюда. Садятся девки. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 рамок.
6 рамок, мы ставим 2 полоски. Если 7 рамок, ставим 3 полоски. То есть, ну, поставим 2 полоски сюда. Так, ну, также полоску разъединяем. Вторая рамка. И вот сюда полоску. Все, в принципе, поставили полоски. Теперь закрываем. Так, у них. Так, могу еще показать какую-нибудь. Давайте еще какую-нибудь покажем, да? Да любую можно, что в принципе. Можно вот эту показать. Здесь у нас. Так, в принципе, сейчас мы вот эту покажем семью. Так, я правда без дымаря сразу. Так, здесь 3 полоски надо поставить. Здесь у нас вроде 8 рамок. Вроде как бы. Сейчас посмотрим. Так, тут у нас, конечно, это языки эти. Ух, что тут творится? Так, ну все, ставим полоски. Я 4 взял. Ладно, ставим 3 полоски. Ну смотрите. Вставляем полоски не в центр, а ставим, получается, ближе к краям, чтобы расплодный у нас этот, ну, так, одну поставим. Так, вот здесь я им подкормку давал. Одну полоску мы поставим вот сюда, в центр, да? Так, тут они у нас. Так, ну все, в принципе, у нас корм потихоньку точат. Потихонечку точат его. Так, ну в принципе вот и все. А можно ставить впереди, сзади. В принципе, вот от края, ну, сантиметра 3-4 от края, сантиметра 3-4 от краев ставить полоски. Так, так. Ну в принципе все, закрываем.